Всем привет! Вот и середина лета прошла. А какая погода будет вас ожидать в эти выходные, сейчас расскажу. Сегодня синоптики обещают дождь грозой. Температура воздуха днем составит плюс 24, ночью плюс 16. В субботу возможен также дождь, но не такой сильный, как в пятницу. Днем плюс 28, ночью плюс 16. В воскресенье солнце погреет вас как следует. Температура воздуха днем составит плюс 31, ночью плюс 18 градусов. Ищите работников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Ростов». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Инстаграм. Условия размещения можно уточнить напрямую у нашего менеджера прямо сейчас. Номер в описании. Всем хорошего дня и спасибо, что вы с нами.